Мы рады приветствовать вас на сегодняшнем Дне цифры. Сейчас в стране активно развивается IT-направление, и работать в этой сфере могут не только программисты и разработчики, но и дизайнеры, сетевые юристы, специалисты по информационной безопасности. На Дне цифры ребята могут познакомиться с частью задач, связанных с цифровыми технологиями. Данный проект реализуется в игровой форме. Здесь мы решили совместить приятное с полезным, летний отдых и получение новых знаний в сфере информационных технологий. Данную форму считаем наиболее приемлемой, потому что для детишек это очень интересно. У нас юное поколение постоянно использует гаджеты еще с раннего возраста, и поэтому наша задача объяснить им, как не попасться на уловки интернет-мошенников. В празднике участвуют 120 девчонок и мальчишек, отдыхающих в лагере. Один из этапов – игра по станциям в поисках технологий. Ребята объединили в две группы по три команды. Задача каждой команды – пройти три станции. Все станции расположены на территории лагеря. У каждой команды свой индивидуальный маршрут. Есть жесткий регламент. На прохождение станции команде дается 20-25 минут и 2 минуты на переход к следующему этапу. 13-летний Айк Бараян узнал о способах борьбы с разными видами вирусов. На одной из площадок участникам раздали роли – чистые компьютеры, вредоносные программы и компьютеры-врачи. Когда город засыпает, просыпаются вирусы. А некоторых ребята знают не понаслышке. Вирус Петя – это когда он захватывал полностью компьютер и просил зарплату за то, чтобы его компьютер освободили. Он еще заразил очень много компьютеров в России. Прям была целая кибератака, когда, ну я не помню в каком году, но вирус Петя, он был очень опасен, прям очень опасен. На еще одной площадке участники знакомятся с квантовыми технологиями. Ребята получили зашифрованное письмо. Их задача – разгадать послание. Там есть азбука Морзе, шифр Рим и шифр Цезаря. То есть это различные шифры, которые связаны с квантовыми технологиями. Это поможет им как бы более плотно познакомиться друг с другом, поможет им научиться работать в команде даже с необычными новыми технологиями, потому что я уверена, что ребята здесь познакомились с шифрами впервые. Возможно, даже азбука Морзе им уже знакома, но все остальные, даже я их, честно говоря, впервые видела. День цифры – всероссийский образовательный проект для ребят в возрасте от 7 до 17 лет. В нем принимают участие более миллиона девчонок и мальчишек со всей страны. Полина Болтова, Евгений Михеев, Рамазан Ружмагомедов. Область новостей.